Приветствую вас. И вы знаете, есть два, наверное, основных момента, на которые хотел бы обратить ваше внимание. Первое это то, что такое ощущение, что вы хотите заставить себя влюбиться. Вот, хотя заставлять себя влюбиться, это, мягко говоря, означает подчинять воле и контролю то, что обычно происходит само по себе, происходит творчески, происходит очень естественно, происходит очень легко и свободно. Если у вас такого не происходит, значит, значит, есть какие-то определенные блоки, есть какие-то определенные страхи, есть какие-то определенные ограничения. Вот это торможение нужно поисследовать, вот, чтобы их убрать, чтобы вы смогли с ними лучше обращаться, чтобы смогли лучше обращаться с теми чувствами, которые у вас возникают в процессе столкновения с этими блоками, элементами торможения и так далее. Следующий важный момент, это момент того, что человек вас цепляет, нужно понять, что для вас это значит. То есть у меня ощущение, что здесь вы говорите про то, что человек вас цепляет, в том контексте, что в этом вы можете получить то, что вы хотите. И важно, умеете ли вы правильно об этом сказать, о том, что вы хотите получить, что вам нужно. И третье, это то, что выделяет интерес к людям, что говорит о страхе близости. Вот. То есть вы боитесь сближаться. Но связано это зачастую может быть с проблемами личных границ. Вот у вас могут быть проблемы личных границ. Вот. Проблемы с выражением злости. Вероятно, вы ее выражаете как-то вот, ну, для себя, да, немного деструктивно. Я бы так это сказал. Вот. И, соответственно, нужно постараться разобраться с этим, чтобы, ну, чтобы вы могли понять, как вам дальше взаимодействовать с этим, да? Конечно, очень важны, на мой взгляд, такие моменты, как то, как вы выступаете в отношениях, то, что вы делаете в отношениях, вот, чего вам хочется в отношениях, вот, хочется ли вам чего-то в отношениях, да, что вы хотите дать другому человеку в отношениях, можете ли вы дать человеку что-то в отношениях, да. Вот, если у вас ресурс для этого, потому что вполне может быть, да, что ресурса у вас и нет. Вполне такая история возможна. Вот, ну, если это так, то это уже отдельный, как бы, отдельное направление для терапия. Вот. Так что это вот очень важный момент. Следующее. У меня есть ощущение, что вы себя довольно-таки, ну, не очень хорошо себя слышите,
Да, то есть вот вы пытаетесь в основном анализировать вот самостоятельный разбор в себе, это довольно ограниченная история, вот, и, соответственно, есть ощущение, что вы себя слышите не очень хорошо. Вот, поэтому я бы больше обратил бы ваше внимание на ваши чувства. Вот, я бы больше обратил ваше внимание на то, что происходит у вас, а не на интеллект, который, к сожалению, ну вот, он как бы ну, искажает, к сожалению, то, что с вами происходит. Вот. И как бы это достаточно негативная история, и это то, что мотивирует вас выражать свою позицию, вот. Таким образом, то есть еще раз исправить, вот, то есть вы хотите что-то исправлять, да, не рассматривать, не разбирать, не раскрывать, ну, в себе, а именно вот исправлять что-то. Вот. То есть означает, что что-то не так. Ну, вот сейчас, на данный момент, с вами что-то не, что-то не так. Вот. Хотя это, на мой взгляд, все в порядке. То есть, ну, ничего, я уверен, с, ну, сверх необычного нет. Вот я уверен в этом. Но, опять же, вопрос заключается в том, да, да, словно говоря, согласны ли вы с этим, согласны ли вы со мной, это важно. То есть здесь вот этот посыл, сам посыл, что вы хотите себя исправить, вы хотите исправить что-то с ребятом, конечно, ну, в какой-то степени достаточно, как бы, тревожно, как мне кажется. Вот. Потому что это запрос, да? На приведение себя в какую-то определенную норму. Вот. Если вы понимаете, что я имею в виду. Тогда как нормы особо никакой нет. Но именно нормы. Вот. Есть просто то, как вы можете, как вы умеете, как вам хочется выражать свои чувства, как вы можете, как вы умеете, как вам хочется проявлять то, что с вами происходит, словно говоря. Вот. И, собственно, никакого эталона, да, эталона того, как это нужно делать, нет. Вот. Ну, насчет вот влюбленности, да, я надеюсь, смог донести до вас вот эту мысль. Ну, я надеюсь, что у меня получилось донести вот эту мысль как бы адекватно, да, вот. В том смысле, что то, что вы хотите влюбиться,
тоже он нуждается вот в какой-то степени в анализе. То есть, ну не в анализе даже, а в просто раскрытии. То есть, что это такое? Желание влюбиться, что это вот некое такое, может быть, ну некое такое, знаете, может быть, ну, тяготение, да, тяготение, ну, от себя, да, ну, например, например, вы можете тяготиться собой, то есть вы можете себя, вот, ну, сами себя тяготить, например, допустим, вот. Может быть, что-то еще, о чем вы, например, не замечаете, ну, чего вы не замечаете, вот, но что очень неплохо было бы раскрыть и разобрать, ну, вот, опять же, потому что это очень важный момент, как мне кажется. Вот, то есть, на мой взгляд, вот такой ответ вам можно дать, вот, и сказать, что отношения строятся не интеллектом, да, отношения выстраиваются все-таки больше творческим, спонтанным началом человека. Вы пишете, что значит, мне трудно влюбиться, мне два фактора, один из которых я как раз не смогла распознать, мне очень, меня трудно зацепить, редко люди, которые меня зацепили полностью. Вот что значит зацепили, да? Вы пишете, что я имею в виду, часто, когда меня цепляет человек, когда я поближе, он представляет быть интересным. Это значит, что вы с моего человека не видите. Он. А вот, к сожалению, это значит, что вы видите только образ человека, но не видите самого человека, да? То есть, вот, в чем, как бы, ну, специфика, она в том, что вы видите того, кого вам, ну, образно говоря, хочется видеть. Вот. Вы видите того, кто вам нужен, а не того, кто есть на самом деле. Вот. Собственно, в этом может быть и кроется момент того, что вы разочаровываетесь в том, кто перед вами. Ну, то есть вы возлагаете некоторые ожидания, да, на человека. Вот эти ожидания не оправдываются там, вот, а что в этих ожиданиях, собственно, кто в этих ожиданиях, где вы, условно, ну, условно говоря, в этих ожиданиях. Вот это вот как раз не совсем, не совсем понятно. Вот. Поэтому вот на это вам нужно, как мне кажется, обратить свое внимание и разобраться. А что если бы вы опирались не на то, вот, цепляет вас человек, а на то, например, что вам хочется, допустим, для этому человеку дать, что хочется для этого человека сделать. Вот, как насчет вот такого, ну, скажем так, ориентира, да? Вот, дальше. Так, это является так. Я не думаю, что абсолютно все случаи связаны с самым характером человеком и того, что меня не помогло. Я хочу разобрать, что у меня происходит, когда такое случается. Да, безусловно, безусловно, можно и нужно
с этим разобраться, но это делается как бы, ну, это делается в процессе терапии. То есть это делается, ну, только вот, ну, в контексте терапии. Это не делается вот так, как вот, ну, как вы видите это, то есть в рамках вот ответа на вопрос, да, в рамках ответа на вопрос, это же, ну, практически даже сделать нереально. Вот. Нереально в этом разобраться, потому что, ну, нужно проследить. Нужно проследить за тем, что с вами происходит. Нужно быть с вами в этот момент. Вот, нужно, чтобы вы буквально делились своими переживаниями. Значит, о том, что происходит, ну, что происходит с вами. Вот, нужно, чтобы вы, ну, чтобы делились своими переживаниями в этот момент. И, соответственно, вы удивитесь, но тогда вам самой будет более понятно потихонечку, что происходит. Вот. А пока это только чисто из области предположения. Моя чувство, если меня зацепил человек, и я начинаю влюбляться, очень непостоянно меня это напрягает. У меня был только один раз, когда я влюбил человека, у меня не было резких качков. Что думаете насчет? Я думаю, что у вас страх близости. Вот, я думаю, что у вас страх близости, и вы не обладаете своими чувствами, а пытаясь, собственно, подавляющее большинство того, что с вами происходит, анализировать интеллектом. Вот, а это далеко не всегда срабатывает. Вот, к сожалению или к счастью, ну, наверное, к сожалению для вас и к счастью для всех людей, потому что тогда мы были бы все одинаковыми. Вот. То есть я думаю, что это все-таки, ну, я думаю, что это все-таки хорошо. Вот. Ну, это хорошо все-таки, что интеллект не срабатывает. Вот это все-таки хорошо, что интеллект не все способен, ну, не все способен выразить, не все способен обработать. Вот, мне кажется, это круто. Вот. А но вы этого боитесь. Вы этого боитесь. Вот, это очевидно. Вот. И вы боитесь своих чувств. Я такое, ну, как бы наблюдаю очень часто. Я такое наблюдаю очень, ну, довольно-таки много. Вот, я вижу, как люди, ну, боятся своих эмоций, боятся своих чувств. Вот. И, собственно, моя задача заключается в том, чтобы научить человека обращаться с ним. Если он этого, конечно, хочет, вот, потому что это процесс такой,
процесс не быстрый, к сожалению. Дальше. Я бы хотела понять, почему все это происходит, исправить это. Есть предложение, что можно сделать? Да, есть предложение. Обратитесь на психотерапию. То есть выберите специалиста и начните заниматься психотерапией. Вот, потратьте на это какое-то время, вот, хотя бы полгода, вот, разберитесь в себе. Это вот то, что я могу вам, ну, то, что я могу вам порекомендовать. То есть я не знаю, насколько вам это подходит ли вам это, вот, но если говорить вот именно о том, что бы я рекомендовал, да, то я вот могу вам порекомендовать вот это. Это самый эффективный способ вам помочь. Только не столь важно, почему, да, и совсем не важно, как, ну, как надо. Главное важнее, на мой взгляд, как вам хочется. Это гораздо важнее. Как важнее то, что с вами происходит. Тот момент, когда например, ваши чувства, допустим, как вы говорите, скачут. То есть, ну, что происходит с вами в этот вот момент. Вот, мне кажется, что это гораздо важнее, вот, чем там, ну, чем условно стремление там себя исправить, например, да? Вот. Потому что из одного, по сути, зажатого состояния вы перебрасываетесь в другое зажатое состояние. Ну, мне кажется, что, мягко говоря, это не то, чего вы заслуживаете, и не то, что может вас сделать счастливым. Вот. Такой ответ, в принципе, я мог бы вам, наверное, дать. С точки зрения терапии. С точки зрения психотерапии, да? Вот, и, соответственно, такое мое мнение здесь по данной ситуации вашей. Все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи.